Всем привет! Это видеообзор пауча фирмы Брит. Я его приобрела в магазине «Шиншилка». Это пауч предназначен для собак порода микро и мини. Значит, это кролик и лосось. В соотношении такое 45% кролика, 40% на рыбы. Также есть 9,6% мясного соуса, 1,5% травы и фрукты, в том числе розмарин, 0,5% черника, минералы, лососевое масло. Вот, собственно, такой отличный состав. В пауче 85 грамм. Соне очень нравится. Но пока что еще очень маленький, вот так выглядит. Вот там даже ягодки есть. Предложим нашей девушке. Соня очень довольна. Спасибо вам за внимание.